Всем добрый день! Сейчас мы посмотрим, как правильно определить припуск на шов вашей швейной машины. Вот моя швейная машинка. Я вытаскиваю нитки, снимаю. И оставляю иголочку без нитки. Снимаю челнок. Беру лист бумажки с ровным краем. Кладу под лапку. Видите? И ставлю лапку ровно с краем. Опускаю ниточку. И сейчас я шью ровно вдоль края листочка. Значит, край лапки совпадает с краем листочка. Готовы? Поехали! Смотрите, моя, видно, да? Моя швейная машинка пробила дырочки в этом листе. И сейчас, чтобы понять, какая ширина припуска у нас, мы должны померить разницу между краем листочка и швом. Берем с вами линеечку. И в миллиметрах меряем величину припуска. У меня получилось 0,6 миллиметра. 0,6 миллиметра – это как раз наиболее часто встречающийся стандартный припуск. 0,6 миллиметра или 0,64, точнее, это ровно четверть дюйма, дюйм 2,54 сантиметра. Такой припуск у всех стандартных современных швейных машин. Но если у вас какая-то раритетная машинка или что-то, у нее припуск на шов будет другой. И вот именно таким способом я рекомендую вам его померить.